У вас же в семье все хорошо, да? Дань, ты меня слышишь? Слышу. Я не играл. Ты же помогаешь Насте ежиков делать. А жена мне зачем? А у жены, помимо тебя, есть своя жизнь и свои интересы. Где настроен романтика? Романтика? 10 лет назад тебе романтика не нужна была. Ну, 10 лет назад и ты поинтереснее выглядела. Идеальное время для романов, интрижек и новых знакомств. Скачай приложение для знакомств One Love. Готовы познакомиться с новым собой? Я Микола Джокович. Это что, я? Я Даша Петрова. Я ищу настоящего мужчину. До свидания. Ну, привет. Привет. Даша. Я про легкое общение. Я тоже про легкость. Приезжай ко мне, захвати с собой по пути пивка. А хочешь, я прикол расскажу? Сейчас. Ты гуглишь, что ли? Да. Я задержался на работе полчаса. Полчаса? А она мне говорит. Где ты был? Я считаю, в отношениях нужно разговаривать. Согласен. Хлеб не купил? Давай, Митрохин, не тормози. Цветочки, сердечки все отправляй, да? И записку отправь. Типа, давай увидимся, если получится. Вам доставка. Цветы нужно было отправить на адрес девушки. Что значит один и тот же адрес? Мой муж мне изменяет. В смысле изменяет? А почему мы тянем? Давай встретимся. А давай. У меня встреча с поставщиком. Тогда с шефом встречусь. Я буду в красном платье. Я тебя узнаю. Ты что, нервничаешь? Пап, кажется, ты в сильном косяке. Никола Джокович. Взрослые, ведете себя как дети. Почему нельзя просто договориться? Мне надо спасти свою семью. Мы захотели друг другу изменить и не нашли никого лучше, чем мы с тобой. Это ли не настоящая любовь? Я решаю экологические проблемы нашего мира. А я люблю компьютерные игры.